Камень природный от 18 рублей за тонну. Щебень из гравия и валунов. Песчано-гравийная смесь. Грунт. ООО «Дорожник». 24 июня 2022 года сектором информационно-разъяснительной работы Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району проводится тематический день информирования по вопросам предоставления налоговой декларации расчета по единому налогу для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц за третий квартал 2022 года. Преимущество электронного взаимодействия с налоговыми органами. Обращаться в сектор информационно-разъяснительной работы инспекции по телефону 8 0236 20 28 73.